Лейкерс все здесь. Да, это здесь. Вот, к тебе, народ. Что значит датчик движения? Датчиком движения, включение при помощи датчика движения. Вот этот сколько стоит? 400 рублей. С витрины можно брать? Нет, я дам. Один. А для чего это? Какой просто надо? Ну да. 250 рублей. Серьезно. Ручка не регулируется? Нет. У меня очень плохие, ставьте хорошие батарейки. У меня просто поганые. Я могу просто вам поставить, но проверить. У меня они чисто проверочные. Сколько стоит? 600 рублей. Батарейки никакие. Может, полярность просто не открыть? Я боюсь, что батарейка просто сдохнет.